четверг в Самарской области будет облачно и пасмурно, без осадков. Температура воздуха в дневное время плюс 6, плюс 9 градусов, ночью 0, плюс 3. Ветер западный, юго-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем плюс 6, ночью 3 градуса выше 0. Ветер западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, без осадков, днем плюс 6, ночью плюс 3 градуса, западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, днем 7 градусов тепла, ночью нулевая температура. Ветер западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 58%, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.